В 2021 году в Карачаево-Черкесии начнется рекультивация свалки в станице Зеленчукской и хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника в Карачаевском районе. По результатам рассмотрения заявки правительства КЧР, направленной в адрес Минприроды России, они прошли отбор на реализацию в рамках нацпроекта «Экология». Рекультивация хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника займет 2 года. Сейчас земли, занятые хвостохранилищем, представляют пустующую, непригодную для хозяйственного использования площадь, покрытую отходами ликвидированного Эльбрусского рудника. А свалка в Зеленчукском районе была введена в эксплуатацию в 1981 году. Расположена она в 2 километрах северной станицы, занимает площадь порядка 3 гектаров. Ее рекультивация займет 1 год.